независим. Новости Баренц-Обзор. Бывший мэр Петрозаводска Владимир Любарский обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, пишет Карелия Ньюс. Сейчас в его квартире проходит обыск. Любарский на данный момент не арестован. Он находится в своей квартире во время проведения следственных действий. В квартире экс-мэра силовики нашли 40 миллионов рублей, утверждает издание «Мэш». В отношении экс-мэра Петрозаводска Владимира Любарского возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». В местах его проживания проводятся следственные действия, рассказали представители Следственного комитета изданию «Карелия Ньюс». Летом 2023 года Владимир Любарский добровольно отправился на войну в Украине. Для этого он ушел в отставку с поста мэра Петрозаводска. Он служил в отряде «Ахмат» в подразделении беспилотников. После удара беспилотником по автомобилю, на котором передвигался Любарский, экс-мэр вернулся домой с ранением. Ахмат воюет в Украине с начала полномасштабного вторжения. Его бойцов обвиняли в многочисленных военных преступлениях, похищениях людей, пытках, убийствах. Баренц-Обсервер.